Готово? Итак, девочки, смотрите, я хочу вам показать, как наводить стрелки. Вот у нас очень большой размер брючек, да? Мы их уже померили, стачали, обметали, поутюжили с изнанки все шовчики, да? Потом мы скалываем между собой шаговый шов и шов сидения, чтобы иголочка вот эта попала вот в этот шовчик. И вот это попало, и вот это попало. Значит, мы совместили вот эти шовчики. Начинаем работать с передней половиночкой. Вот так красиво, ровненько ее на столе выкладываем, да? Эту линию делаем абсолютно прямой и наводим стрелочку на передней половинке. У нас ткань очень подходящая для брюк. Она и тяжелая, она и эластичная немножко. И она, в общем-то, хорошо нас слушается. Так как брюки в верхней части у нас идут с минусовыми прибавками, то дальше я стрелку даже не навожу, потому что все равно она растянется, ее будет не видно. Вот так мы поработали. И посмотрите, линия стала вогнутая. Была прямая, стала вогнутая. Теперь передвигаем вот так брючки. Уже укладываем на гладильной доске абсолютно ровненько вот этот шовчик. Смотрите, как я его старательно поправляю. Вот так, чтобы он представлял, можете линейку длинную положить, не было изогнутым, иначе пойдет у нас искажение. И вот смотрите, что у нас, как у нас выкладывается после этого стрелочка. Смотрите, как много слабины под ягодицами, под коленками. Наша задача эту слабину убрать. Итак, начинаем снизу. Внизу поутюжили. Смотрите, утюгом я уже не касаюсь шовчика, потому что у меня есть риск оставить лассы. Вот так вот поутюжила вот этот низ. Мне очень нравится работать вот с такой вот подушечкой утюжельной, да? Теперь у меня хорошо лежит вот этот верх. Я вот этот верх подрабатываю. А теперь смотрите, моя задача убрать вот эту слабину. Смотрите, какие я дугообразные делаю движения. Почти на весу делаю. Так. Таня, вот этот краешек поближе сделай, чтобы девочкам видно было, да. Вот так, видите, вот все еще у нас торчит вот эта история. Надо бояться, чтобы внизу там не было никакой складочки. Вот так, я чуть могу подтянуть. Вот так. Немножко на весу, и все. Все, зафиксировали это положение. Держи, прям вот это место показывай. Вот так. И убираем утюжок. И вот смотрите, все наши заломы, которые были под коленками, под ягодицами, они уйдут после такой обработки. У нас сгиб был, представлял из себя прямую линию, а мы из нее сделали вот такую вот овальную линию, соответствующую нашей анатомии нашего тела. Из-за этого у нас получилась вот такая картинка. Потом переворачиваем вот сюда. Смотрим здесь. Если здесь все у нас хорошо, значит все хорошо. Если нет, еще немножко можем здесь утюгом подработать. И вот это место подработали утюжком. И покажи, Танечка, вот здесь. И посмотрите, наши брючки на сноровку лежат на столе в одной плоскости. Они больше не дуются здесь и вот здесь. Вот это и дает нам хорошую посадку на фигуре. Все.